Значит, 7 бака Ford Mondeo 3.0 TCI. Вот эту скобу нужно, как называется? Хомут раз снять. И хомут второй мы вот уже сняли. Он с одной стороны он откручивается вот там. Здесь просто вытаскивается. Вот так. Вот головка на 13. Головка на 13 нужна. Наборчик желательно Ханс. Не на правах рекламы. Вот так, пока что так. Потом по мере этого будем еще дальше снимем. Так, а теперь мы поднимаем сиденье, которое здесь. Находим здесь много разных интересных вещей. Даже какая-то бумага есть. Ну хорошо, запас будет. Так, и отключаем, поднимаем вот эту резиночку, отключаем здесь фишки, для того, чтобы бак наш пошел вниз. Вот так. Снимаем. Открыли. Вот такая вот фишечка. Ее нужно отключить. Сейчас, Петрович, не шатай, потому что шатается все это, брат. Это шатает. Сейчас я отключу фишку. Вот такая фишечка, ее нужно отключить. Она находится вот таком, под этим лючком. Под сидушкой заднего дивана. Все, отключаем. Все отключили. Вот в таком режиме должно быть все это дело. А, подожди. А обратку отключать здесь, толь? Все, понял. Отключаем. Отключаем. Там обраточку, шланочку снимаем. И что еще здесь у нас? И подача. Видите, вот подача. Тоже ее отключаем. Там быстро съемчики. Все, снимаем. Вот эту вот красную. И вот эту вот черную мы должны отключить. Отключаем. Сверху обратку и подачу. Отключаем вот этот тут хомут снимаем. Вот. И вот здесь вот эту большую шлангу тоже, вот, которая заливная горловина. Тоже отключаем ее. И бак опускаем вниз. Вы можете те, которые быстросъемы, которые под сидушкой, вы можете их снять тут уже, когда попустите бак. Так будет тоже вот вам больше доступа будет. Все, спускаем, потом запишем видео, как это все в деталях делается. То есть снимаем эти хомуты, раз, два мы уже тут сняли. И опускаем бак вниз при отключении подачи и обратки. И вот эту раз, и вот эту два. Все. С Божьей помощью вот эту вот горловину. Тут такой механизм, видите, вот. Его самое важное, вот этот вот. Быстросъем. Быстросъем, он заходит вот сюда, в эти вот пазы, сюда. Вот сюда, вот сюда вот. И очень важно чем-то его промыть. Очень много там грязи было. Так что лучше промыть его. А здесь клапан, видите, вот. Клапан здесь стоит. Перепускной. Туда идет, туда она не идет. Вот такой вот быстросъем его нужно снять. Это очень важный момент. Вот. Ну и здесь мы тоже вот отключили. Это воздушная трубка. Вот она тоже должна быть снята. Все, ребят, бак идет вниз. Идет на мойку бензинчиком. Там тоже мы парочку моментов напишем по этому поводу. Вот так вот. Все, ребят, всем удачи. Пока. Ребята, потом мы отвозим этот бак на мойку. Люди говорят, почему так дорого мойка бака стоит? Мы его снимаем, везем на мойку, этот бак. Вот в таком состоянии он остается. Был до, вы помните, когда мы были грязные. И вот в таком состоянии теперь бак. Все фишечки как будто новые. Вот переверну, сейчас покажу вам. Вот в таком состоянии. Вот так вот. Такие машины от нас уезжают после обслуживания топливной аппаратуры. По-другому нельзя, потому что, кстати, бак не родной. С 90 лошадей. Они идентичные, но вот машина 130 лошадиных сил, а стоит здесь 90 лошадей. Машинка 90 лошадей. Вот такие вот дела. Так что мойте вовремя баки. Мы помыли бак. Откручиваем вот эту гайку. Вот эту гайку. Вот снимаем ее. В сторону. Резиночка такая вот тут стоит. Вот. Тоже в сторону. И вот такая вот у нас имеется такая вот баклуша. И тут вот датчик уровня топлива.
И мы сейчас будем откручивать эту саму вот эту вот штучку, которая здесь стоит в баке, чтобы добраться и помыть бензином бак. Стружечка есть вон там, с правой стороны. В баке у нас есть струженцы и вода. Видите, вот. Но струженцы мы так не видели так много. Мы просто подкачку вовремя поменяли. Поэтому ее немного. А водичка немножко присутствует. Видите, такие пятнышки там? То есть, вот эта водичка там присутствует. Так что, ну, я на нем проехал по Украине 100 тысяч с копейками. А я считаю, что это как бы не так уж много для, ну, для такого пробега. Такое состояние бака. Даже мой товарищ, который имеет больше опыта, он говорит, что это нормальное состояние, да, Петрович? Да. Так что, короче, мы сейчас доделаем, и потом будем, когда монтировать будем, мы запишем тоже видео. Еще один момент очень важный. Эта штучка вытаскивается, смотри. Вот, защелка. Защелочка такая, видите, вот такая вот форма такая. Как ты, по часовой, то ли? Против часовой? Да, вот так. Против часовой стрелки. Да. Вот так, против часовой стрелки. Откручиваете, добираетесь до этого, до всего вот этого вот механизма. И вот оно в руке у нас. Все. Поплавочек. Вот такой поплавочек. Все, ребят. Потом покажем, как ставить на место.